Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, страница 131, упражнение номер 256. Прочитайте, озаглавьте текст. Из Москвы мне привезли небольшой перочинный ножичек с костяной ручкой и двумя зеркальными лезвиями. Одно лезвие побольше, другое поменьше. На каждом ямочка, чтобы зацеплять ногтем, когда надо открыть. Этот текст мы можем озаглавить «Перочинный ножичек». Салаухин. Определите тип текста – это повествование или описание? Это текст повествования, потому что к нему можно задать вопрос «какой?». Спешите, вставляя пропущенные буквы. Выделите в словах приставки. Докажите, что задание выполнено правильно. Привезли. Бездарное гласное «е» – проверочное слово «привез». Небольшой. Бездарное гласное «о» – проверочное слово «больше». Ножичек. Суффикс «ек». Костяной. Бездарное гласное «о» – проверочное слово «кость». Зеркальными. Бездарное гласное «е» – проверочное слово «зеркало». Побольше. Приставка «по». Поменьше. Приставка «по». Ямочка. Суффикс «очек». Зацеплять. Приставка «за». Открыть. Приставка «от». Запишем данный текст. Из, раздельно с большой буквы, Москвы мне привезли небольшой перочинный ножичек с раздельно костяной ручкой и раздельно двумя зеркальными лезвиями. Точка. Одно лезвие побольше, запятая, другое поменьше. На раздельно каждом ямочка, запятая, чтобы зацеплять ногтем, запятая, когда надо открыть. Выделим в словах приставки. Привезли. Приставка «при». Небольшой, приставка «не». Побольше, приставка «по». Поменьше, приставка «по». Зацеплять, приставка «за». Открыть, приставка «от». Составьте свой текст, описание предмета, который вам дорог. Подготовьтесь его рассказать. Можно рассказать, например, о велосипеде. Велосипед был с позолоченной рамой. У него упругие резиновые шины с блестящими лаковыми спицами. Скоростей очень много, 21 скорость. На велосипеде руль с поднимающимися ручками. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.